Привет всем! Мы находимся у клуба 16 тонн. Сегодня здесь концерт Кравца, презентация его нового альбома под названием «Бумеранг». Дорогой мой друг, сейчас происходит разогрев из очень крутых команд. А сейчас мы поспрашиваем мнение людей, нравится ли им на этом концерте. Концерт нравится тебе? Восхитительно! Обожаю все концерты Кравца. Кравц – лучший рэпер России. Вам нравится концерт? Да, очень. А к Кравцу как относится? Мы с Пашей учились в институте вместе. Они учились в институте вместе. Так, это ребята из Алтая, или с Алтая, как правильно? С Алтая, из Барнаула, Алтайский край. А как вам в Москве, нравится? Вообще все великолепно, очень классно. Город встретил на самом деле приятно. Все молодцы москвичи, очень теплые, приятные ребята. Вау, круто, вау. Это было специально для рэп-блог. Привет из Барнаула, из Алтая, 16 тонн. Все так же живу в Москве, общаюсь с теми, у кого такой же музон в голове. Все те же постеры на стене, контакт на компе, бардак на столе, текста на бите. Завтрак на плите, на улице метель. Сейчас захвачу свой актимель и поеду навещу друзей. Вокруг много идей, типажей и вершин. Поэтому у меня не налаженный режим. Времена не в венозные, все такие разные. А хочется все-таки верить в общие оргазмы. И на фоне с нашим здоровым голым интересом безвозмездно кто-то всегда будет нетрезвым. Это живись. Идем по дороге, смотрим под ноги, подводим итоги, экология, налоги. И мы только на пороге новых оргий. Но сейчас все спокойно, значит жизнь превосходна. Скажем, наша жизнь — это великолепный трип. Вокруг себя посмотри, моменты запоминай. Себя не забывай, сердца не задевай. Назад не забегай, не думай силой, не дуй сено. Не лезь на стену, делай красиво. Себе, других врубай свет. Будь, не будь, вот ответ. Нам всегда мало, мы хотим еще и еще. Ищем красивое место, где не надо просить счет. Не находим, людям плохо на чистой природе. В моде города и леопард по золоте. Я правильно понял, надо просто улыбаться. Пытаться открываться людям, а не держать дистанцию. Не всегда получается, но вот вам совет от Кравца. В общем, братцы, ходите в сохо в сланцах. Не разводитесь на очевидные танцы. Хватит, ты тру или не тру, времянка не покатит. Это не детский садик, это мир, в котором мы живем. В котором мы песни пишем и поем. И все, что происходит с нами, это очень важно. Ведь как бы то ни было, это все-таки наше. И сомнений нет, почти в любой момент жизни можно дать подобный. Привет, наши дорогие друзья, с вами Резо Сплив Блейзер, здесь с нами находится Кравц, специально для RapBlog.ru, мы возьмем интервью у тебя сегодня, братан. Расскажи, как вообще, кстати, поздравляю тебя с альбомом, спасибо, вообще спасибо, с выходом, спасибо. Бумеранг выпустил, вот, расскажи мне, что ты вкладывал, да, вот, ну, точнее, нет, что тебя вдохновило на этот альбом? Ну, вообще вдохновляет меня жизнь, все вокруг вдохновляет. У меня куча треков. А тут меня вдохновила концепция, которую я придумал заранее. Так, что за концепция? Ну, концепция такая более личная. Знаешь, то есть, если первый альбом, он более такой репрезентовывал какой-то позитивно-уличный, второй, он такой социальный, вот, то этот, он такой более вовнутрь меня. То есть, философия, какое-то там глубинное понимание, вот именно мое. В чем философия? Философия этого альбома, к примеру. Банальные истины, все как и все мое творчество. Банальные истины, признаваться себе в том, что ты должен любить близких, не врать себе, держать вокруг себя людей, которые не предадут, и так далее, и тому подобное. То есть все основано на банальных истинах, только с высоты уровня моего сознания. Отлично. А вот, ну, все-таки бумеранг. Угу. Как бы что запустишь, что и вернется, как бы, да, то есть, или все-таки как? Да, типа глубже дыши, ведь это ж от души бумеранг. Это бумеранг, это все, что от души, это как такая циркуляция эмоций, это все вернется. А мы как-то сами русской душой как-то. Вот это правильно, вот это да. Правильно, я считаю, что от души. Че нам капитал из России вывозить? Да, лучше оставим в Москве. Оставим здесь своим людям. Как бы не вопрос. Расскажи мне, вот у вас был некий тур. Да. Как вообще тур в целом? Тур супер, люди встречают в Сибири, отмерзшие люди с горячей душой встречают очень хорошо. Проехались по 6 городам от души вообще. И вот в Москве закончили маленький наш этот тур. Ну, ты сам видел, все было хорошо. Все было хорошо, но а где жарче всего встречали? В
везде по-своему у всех какой-то свой оттенок менталитета, гостеприимства. Вот. В Москве очень хорошо, в Питере вот сейчас вот был 2 декабря концерт, тоже очень много народу, куча вообще эмоций, супер вообще, питерцы, вам отдельный респект, москвичи, поцелуй большой. Ну и, конечно, Красноярск супер встретили, Новосибирск тоже здорово, Барнаул, да что уж там говорить, Новокузнецк, даже Междуреченску респект, что уж там. Потому что там вообще было мало народу, у них было всего 2 дня на подготовку. Ого. Но вот этим вот 10 людям на танцполе отдельный респект. С вами был Резо Сплю Блейзер и Крафтс. Рэп-блок, Крафтс, Резо. Смотрите, увидимся. Нас на рэп-блок.